девчонка мне сказала, что я женоненавистник. Я даже душить ее перестал. Понимаете, да? Девчонки, вас никто никогда не считал людьми второго сорта вообще. Людьми. Что ты сказал? Реально раздражает это вот эти женщины-полицейские. Потому что толстая, уверенная в себе баба, это же катастрофа! Никто из зрителей нас не обижается. Юмор же он исцеляет. Я, кажется, понял, и брус никто не дает. Будут убивать, звоните.